Светлана, давайте для начала обозначим для зрителей вообще масштабы вашей компании. Кто вы и откуда, и насколько вы большие? Наша компания «Арчида Продукт» находится в городе Волгограде. Производственная площадка на территории Фролского района Волгоградской области. По меркам бакалейного бизнеса мы являемся средней компанией, угу. если сравнивать нас с ведущими компаниями отрасли. И, пожалуй, наверное, самой крупной компанией в этой отрасли на юге России. Угу. Что у вас в ассортименте? Что вы поставляете и кому вы поставляете? У нас ассортимент включает в себя, конечно, прежде всего, это различные зерновые хлопья, мюсли, каши, муку. С 2020 года ассортиментная матрица наша значительно изменилась, потому что именно в 2020 году мы приобрели этот бизнес. И на тот момент эта компания была компанией практически регионального значения. Продукция, которая была у нее в портфеле под брендом «Крупное Делика», она продавалась в основном в волгоградских сетях и в 4 регионах России. То есть ее представленность была достаточно маленькая. Мы приобрели этот бизнес и, в общем-то, такой основной задачей, которая встала перед собственниками, это было вывести старый товар, как говорят в маркетинге, на старый рынок. Потому что рынок овсяных хлопьев формировался в начале нулевых, когда активно строились предприятия на территории России, и ассортиментная матрица ритейла уже была на тот момент достаточно сформирована. Поэтому, ну, первое, скажем так, к чему мы приступили, это к ребрендингу. И ребрендинг, когда мы готовились к процессу ребрендинга и отбирали подрядчика, мы прошли интервью у большого количества компаний, но выбрали вот агентство «Супермаркет», и тогда я познакомилась с его генеральным директором Александром Вагиным. Почему, я считаю, нам, ну, повезло в этом плане, почему мы выбрали это агентство? Потому что, в отличие от многих других, они не старались угодить именно видению решения вопроса заказчикам. То есть сделать дизайн такой, чтобы он понравился заказчику. Они в своих вопросах и анкетах, и в дальнейшей работе постоянно мы спорили о том, что именно рынок должен дать ответ на тот ребрендинг, который мы проведем. Ну, это получается такой довольно смелый эксперимент. Ну, на самом деле, да, он действительно был смелый эксперимент, потому что для нас наиболее остро стояла задача, решение задачи не только поставить товар на полку, но и чтобы его увидели покупатели и взяли с этой полки. И если до ребрендинга бренд «Крупно» на полке был незаметен практически, то есть это тарелки, поля и все, что с этим связано в таких спокойных тонах, то в процессе ребрендинга основным таким кодом нашего продукта мы выбрали матрешку и перенесли ее на нашу упаковку, и сделали это не случайно, то есть вполне осознанно, пытаясь нашим покупателям донести тот код, который мы в этот бренд закладывали. Потому что, ну, во-первых, матрешка, она практически ровесница самому бизнесу «Арчида». Потому что завод по производству зерновых хлопьев, он был создан в 99 году, как раз в тот момент, когда активно шла экспансия вот, производства зерновых хлопьев на российский рынок. А само предприятие существовало во Фролском районе с 1902 года. Тогда донской казак Чеботарев построил мельницу «Крупорушку» на реке Арчида. И вот эта речушка Арчида и дала название в последующем компании. Уже в 1902 году на этом предприятии было установлено оборудование швейцарской фирмы «Бюллер». Представляете, каким прогрессивным был бизнес в российской глубинке до революции. А вообще вот не страшно было вот переходить все-таки, вернусь к этому вопросу еще раз, вот от привычного вот этого вида упаковки к
Ну, довольно вот тот средний дизайн, он вообще такой очень футуристический, я бы сказала. То есть были опасения, что покупатель это, поймет, заметит, конечно. Но может быть, что может как-то не поймет или что-то еще. Ну, конечно, опасения были. В бизнесе любое решение принимается с опасениями. Но, опять же, глядя на то, что стоит на рынке, мы хотели сказать покупателю, что бренды с традициями могут быть современные. Угу. И вот эта вот связь поколений, она может быть такой же современной, как и матрешка. Потому что вот что матрешка появилась там в 1890-х годах, и до сих пор это актуальный бренд. И мы надеемся, что Крупно, там пусть оно не в бренде Крупно существовало там 120 лет, но тем не менее будет существовать хотя бы не менее такой же по длительности период. Mm-hmm. Потому что я считаю, что российский бизнес, он должен мыслить перспективами. Перспективами развития бренда, перспективами жизни бренда. И тогда это позволит бизнесу развиваться и достичь такого же уровня развития, которого достигли транснациональные компании, которые сейчас уходят с нашего рынка, давая возможности развиваться нашему российскому сегменту. Так, и как же покупатели и рынок это все приняли? Есть какие-то итоги в цифрах, которыми можете поделиться, или, может, какие-то географические достижения, которые у вас случились? Когда мы, конечно, продемонстрировали, скажем так, новую свою упаковку рынку, то мы услышали много положительных реакций, прежде всего, от сотрудников компании. Потому что, опять же, мне кажется, что очень важно, когда человеческий капитал компании понимает и очень позитивно относится к тому бренду, который он и создает своими руками, и продвигает на рынке. Потом мы услышали большое количество положительных отзывов от людей, прежде всего волгоградцев, которые очень любили и давно покупали этот бренд. Потому что региональный бренд, он, конечно, имеет более высокую лояльность в регионе присутствия, где он находится. Но для нас также очень важной такой оценкой стало то, что мы получили золотые, серебряные, бронзовые медали на российских и международных маркетинговых конкурсах. Это и «Серебряный Меркурий», и «Белый квадрат», который проводится в Беларуси. И наша упаковка вошла в топ-50 упаковок мира по версии иностранных изданий. А где сейчас вот такую продукцию можно встретить, в каких сетях? Ну, как я уже сказала, в 2020 году наша продукция в основном была представлена в Волгоградской области. Сейчас она представлена во всех, без исключения, регионах ЮФО, она представлена во многих регионах ЦФО, она продается в Москве в азбуке вкуса, и покупатели этой сетки очень любят нашу продукцию, у нее очень хорошие продажи, она номер один в продажах. Mm-hmm. Мы зашли даже на Урал сейчас и очень продолжаем активно развиваться. Потому что поставили себе цели стать не просто региональным брендом, а полноценным федеральным брендом и создать свою, скажем так, вот покупательную аудиторию, которая бы любила наш продукт и покупала. Потому что не только ребрендинг нас подвиг к этому, а также то, что мы пересмотрели подход к наполнению этого продукта. Мы полностью перешли на региональное сырье, то есть зерно, выращенное в южных регионах России, потому что все зерно, выращенное в южных регионах, оно обладает более высоким уровнем белка, микроэлементов, витаминов и очень при этом одновременно низким содержанием нитратов и остаточных следов удобрений. Это определяет климат южных регионов. У нас очень мало осадков, много солнца, и вот это вот рождает такой продукт. Но есть, скажем так, традиционные культуры, выращиваемые в южных регионах, такие как пшеница, ячмень. Овес исторически не является традиционной культурой южных регионов, поэтому вырастить его у нас очень тяжело. Это капризная культура, и когда мы формируем свою сырьевую базу, мы
отбираем огромное количество образцов, чтобы взять только те, которые бы подходили к переработке. А я знаю, что у вас еще даже мерч с этим брендом вышел. Это вообще получается какая-то нереально новая такая ступень. То есть, по сути, вы производитель крупы, вдруг делаете футболки. Вообще, как это все? Как к этому, кто к этому подтолкнулась, к этой идее? Опять же, с агентством Supermarket, с которым мы познакомились в 2020 году, мы продолжаем сотрудничать и сейчас. И мое личное мнение, что бренд должен, это живой организм, он должен постоянно развиваться. И мы постоянно даем, скажем так, такие эмоции покупателям. Мы вот в конце 2022 года выпускали лимитированную серию «Крупно» с золотой матрешкой. Получили очень разноплановые отзывы, и нам было очень приятно, что многие оценили. То есть каждый в этом дизайне увидел свое. И насколько оно было свое, даже вот сложно вам передать. Но мы очень положительно отнеслись ко всем отзывам. Конечно, это вызвало определенную реакцию. И в 2023 году мы пошли уже дальше, опять же, с агентством Supermarket, выпустили вот мерчи с изображением матрешки, которую нам сгенерировал искусственный интеллект. Мы с удовольствием и вам этот подарок оставим. Я ее привезла, мы можем... Искусственный интеллект, скажу так, видит символ нашей страны не так однозначно и традиционно, как видим его мы, но такое прочтение тоже достаточно интересное. А вы же еще сейчас вот эти каши в упаковках, крупы, точнее, поставляете в магазинах Нью-Йорка, можно найти даже, да? Да. Как матрешка удачно тоже зашла или что? Вторым, вот у нас не только, конечно, увеличилась представленность в ритейле, но и значительно увеличился экспорт, потому что символ России, он воспринимается покупателями зарубежных рынков очень хорошо. И да, и США, и страны СНГ, к сожалению, вот сейчас, ну, не поставляем мы продукцию в Евросоюз, но мы пошли на восток, в Китай, мы аккредитовали производство, и сейчас у нас идет подписание контракта с китайскими партнерами. И как в Китае воспринимают это? Вы знаете, тоже воспринимают это очень интересно. Их очень заинтересовало вот наш второй бренд, это Делика. Я могу потом немножко про него рассказать. Есть такой очень популярный в Китае образ маленькой птички. Это такая вот у них национальная особенность. И когда они увидели изображение на наших кашах маленькой птички, они вышли на нас с предложением заключить контракт. Это вот один из наших потенциальных партнеров, скажем так, ну, надеемся, уже не потенциальных, Китае, с которым мы планируем сотрудничать. Поэтому помимо вот традиционной еды в виде зерновых хлопьев, им вот очень понравились каши с маленькой птичкой. Что дальше у вас по планам развития бренда? Что вы еще планируете делать? Вы знаете, мы за этот период, вот до 20-го до 23-го года, выпустили практически с нуля линейку продуктов Делика. У нас был этот бренд, но он не развивался до 2020 года, и его представленность в ритейле практически равнялась нулю. Мы пересмотрели свой подход, и нас на пересмотр подхода как раз натолкнули те тренды, которые сейчас присутствуют вот в бакалее. Мы создали продукты быстрого питания, абсолютно натуральные. Угу. Понимая такой спрос на здоровье, на то, что сейчас очень мало времени у людей на приготовление еды, мы сделали питание быстрым и полезным. То есть никаких ароматизаторов, усилителей вкуса, глутаматов. Если вы откроете баночку, вы почувствуете только запах крупы. И вся эта продукция, там у нас и каши, и супы, и гарниры, она нашла большое
большой отклик у покупателей, потому что такой продукт давно, наверное, был рынком востребован. И очень удобен и семьям в путешествиях, и когда невозможно получить доступ к готовому питанию или приготовить его самим. И все-таки, если про планы говорить, то что? Поэтому, конечно, в планах у нас и дальнейшее развитие бренда. Не останавливаться ни на минуту. Мы хотим также к концу года выпустить новую лимитированную коллекцию. И мы планируем в 2024 году вывести на рынок новые продукты под брендом Delica, то есть которые, скажем так, традиционно до сегодняшнего времени никогда не ассоциировались с правильным питанием. Но мы хотим сделать их здоровыми и предложить нашим покупателям в том числе и такие продукты. А что это будет, секрет? Ну, пока я не могу озвучивать эту информацию, потому что рынок у нас высококонкурентный, но сейчас мы активно над этим работаем. Спасибо, что вы к нам заглянули. Были очень рады.